Здравствуйте, друзья. Я вас приветствую. Так. Сегодня у нас прямой эфир, который будет посвящен диагностике. Я вас всех приветствую. Все, кто смотрит живую, кто смотрит записи, там, я уже вас всех приветствую. Присоединяйтесь, пожалуйста. Устраивайтесь поудобнее. У нас сегодня два победителя. Вот, приветствую, Аня, да. Кого вижу, всех, кого знаю, приветствую. Вот. И эти люди набрали больше всего лайков. Соответственно, напоминаю, суть нашей диагностики заключается в том, что мы там вот выставляем пост и говорим: люди, вот чей запрос понравился, вы, пожалуйста, залайкайте его, и тот, кто получит больше лайков, соответственно, тот и того и присоединю. Вот, и насколько я понимаю сейчас, два человека, это получается Янка Валерьянка и Линара и Иарулина. Вот. Две детективные истории. Ну, давайте попробуем поисследовать происходящее. И тогда сейчас я попрошу, пожалуйста, битва экстрасенсов начинается. Да, давайте. Давайте. Эксперты, все дела. Так, смотрите. Ага, Линара, это я. И мой первый пост. Окей. Линара, ну, вы готовы присоединиться? У вас все есть? Время, пространство и там наушники по возможности. Дайте, пожалуйста, Линара, обратную связь. Если да, то я вас приглашаю. Да, Линара, вижу, да-да-да-да-да. И Янка, Валерьянка тоже здесь. Ну, давайте мы начнем с Линары. Вот. Причина пропадания сексуального влечения мужчины к женщине может быть психосоматики. Причина пропадания сексуального влечения мужчины к женщине может быть в том, какое у него в голове отношение к этой женщине, какой образ, к чему обращается мозг, когда смотрит на эту женщину. К обидам или каким-то там штукам, или к чему-то там другому. Это отношение, это психология. Ну, если нет эрекции, то ну, это психосоматика, которая вытекает из отношений. Так, Линара, я вас добавляю в эфир с гостем. Так, пока Линара добавляется, я вам прочитаю, что запрос Линары. Тут, конечно, так, очень все интересно. Здравствуйте. В нашей семье в один момент... Линара, да, здравствуйте. Линар, сейчас я секунду зачитаю, вы пока послушайте, как связь. Значит, здравствуйте. В нашей семье в один момент у всех появились фурункулы. Причем некоторые члены семьи находятся в разных городах. Фурункулы появились даже у детей 2 лет и 5 лет. С тех пор они периодически повторяются. Для меня это какая-то магия, что у всех на большом расстоянии повторяется одновременно симптом. Что это за связь, что за чувства или события провоцируют этот симптом? Очень хочется услышать. Ну, хорошо. Здравствуйте. Вы меня слышите хорошо? Здравствуйте. Да, отлично. И я вас отлично слышу. Ленар, дежурный вопрос. Вам сколько лет? 33 года. 33 года. Еще один дежурный вопрос. Записи диагностики можем потом выкладывать. Вы согласны на это? Ну, в блоге, да, конечно можно. Же, там, либо в Ютубе, да, либо да. В блоге. То есть, поэтому сами смотрите, выбирайте уровень откровенности. Это некоторый Хорошо. Ваш выбор. Хорошо, Линара, смотрите. Вот вы говорите, давайте сейчас быстренько составим, у нас с вами 30-40 минут, я буду с вами, скажем так, ну, где-то останавливать, так, чтобы мне больше информации было, поэтому не всегда буду давать так пространно разговаривать. Значит, смотрите, первое, фурункулы у вас появились? Да,
Да, у меня тоже было. У меня, у мужа, у детей, у наших родителей. Ага. Отлично. Вот сейчас вам 33. Когда это произошло? Сколько вам там было? Так, это было мне 30 лет, получается. Я тогда, вот первый раз, когда у меня фурункул появился, мне было 30 лет. Я была в положении беременная. Вот это было за 3 месяца до родов. У меня на правой ноге появился. Правая Ой, нога. на левой. Левой, извиняюсь, Левая нога. оговорилась. Левая нога. У вас у первой появилась вот в вашем родовом дереве, получается, таком обширном? Ну, вроде да. Вот левая нога, вам 30 лет, у вас появляется на левой ноге. Ну хорошо, появился фурункул и появился. А, кстати, бедро, голень, там, икра, что там, икроножная. Передняя поверхность бедра над коленом получается. Над коленом. Ну, Угу. сверху колена, да. Хорошо. Это меня не беспокоило. В принципе, он у меня особо не болел. Как-то прошло, прошло. Вот. А потом, получается, прошел. Так. Потом через 1,5 года у меня появился опять фурункул уже на левой, получается, ягодице. И у меня прям была даже температура, то есть прям Так, вообще через это. сколько? Через 1,5 года, да? Да. У меня появилась температура, прям вообще очень сложно так было, прям все болело от этого. Вот. И после этого эпизода у моего мужа стали постоянно появляться тоже фурункулы в разных местах. Потом мы поговорили с родителями, они в разных городах все живут. До этого ни у кого тоже фурункулов у них. Вот у свекрови появились, у моей мамы даже появились. Хотя они вообще очень далеко все живут. Вот. И с тех пор периодически, ну вот тогда был эпизод, когда прям их много было, прям и болело, и прям вообще Это сильно вот когда было. это вот у всех было много их, да? Ну вот у меня один был болезненный очень сильно, а потом появлялось еще много, но они такие были не такие сильные. Вот, не сильно Локализация болели. где? Вот если первый у вас получается на левой ноге, второй на ягодице, На левой а... ноге, на левой ягодице, и остальные тоже на ягодице появлялись. Ага. И уже не помню, на левой, на правой, но А у что-то мужа? у мужа на ягодице были или нет, я не знаю, но вот у него на глазу было, в ухе было, в носу, в подмышках, в общем, у него вообще много, много где появлялось, прям не успевал один пройти, уже следующий выскакивал. Смотрите, как по-разному, да? Вот у вас тяготеет к левой ноге, там, ягодица и где-то так, а у него, получается, глаз, ухо, Да. подмышки. А, хорошо. Ну, интересно. Звучит, конечно, все магично, так вот, очень интересно. Скажите, пожалуйста, ну, вот хочется вас спросить. Во-первых, давайте разберем, что такое фурункулы. Фурункулы – это... Назовем их так, глубокие прыщи, глубокие, условно, когда, ну вот если рассматривать его с точки зрения психосоматики, то там это уже история про соединительную ткань больше, и значит, вот как их организм делает? Вот если, например, мозг считает, что в этой части тела есть какая-то история про недостаточно качественную структуру. Структура соединительной ткани – это всегда структура тела. Соединительная ткань – одна функция. Она образует, формирует структуру тела. Вот. И в связи с этим, если вот мозг понимает, что вот здесь, в этой части тела, нам нужно какую-то, ну, изменить структуру, то есть то, что есть, не соответствует. Тогда он начинает пытаться менять там, вот эту ткань соединительную, но для того, чтобы, в общем-то, ее поменять, ему нужно сначала там она
А получается, она нарастает? Нет, сначала она... вот соединительная ткань, по-моему, она сначала... Ха-ха-ха-ха. Вот сейчас подождите. Короче, фурункул – это уже последствия того, что организм пытался усилить функцию, короче, этой соединительной ткани. И для того, чтобы вот что-то там усилить, уплотнить, это про защиту и про структуру. В результате последствия, с которыми вы сталкиваетесь в виде самого фурункула, это уже результат того, что ну, какой-то конфликт завершается. Вот чем отличается, короче, принципиально от прыщей? Я сейчас теорию расскажу, и мы тогда будем смотреть. Вот если прыщи, они считаются поверхностными, они больше там про загрязнение, про защиту, загрязнение и защита, то фурункулы, они больше про то, что я, вот то, что у меня есть, то, что во мне есть, оно не соответствует. Вот эта форма, эта структура, она какая-то несоответствующая. Вот, и тогда хочется вас спросить, ну, давайте, допустим, пока не пойдем в прошлое, допустим, вот эта штука охватила всю вашу семью, клан. Скажите, пожалуйста, а что это за время в жизни вашей семьи, жизни вашего клана? Почему, например, если у вас эта история может быть связана с левой ногой, там, с ягодицей, для вашего мозга это одна история, там у мужа, как мужчины, он проживаемое в вашей семье, вот в этих обстоятельствах воспринимал немножко по-другому, возможно, потому что он добытчик, он там где-то это должен видеть, слышать, что-то там. Не могу достаточно, может быть, я недостаточно тот, который может увидеть, услышать. Не знаю, что это за время в вашей семье, когда все это происходит? Какая тональность, какая ключевая тема в вашей семье в это время фигурирует? Про что ваша семья живет в это время? Вот так задам вопрос. Ну вот я тоже пыталась до эфира вспоминать по датам, что было, себе примерно накидала. Получается, вот Вот первый фурункул, когда у меня если появился. по-простому, если по-простому сказать, чем ваша семья в это время жила, что главной темой было, которая фонила вот, так, что отражалась и на родителях, где могли попробовать там, поддержки родителей получить, может быть. Так, у меня вот какая версия есть? Давайте. Получается, вот который вот болезненный фурункул был, и после которого много стало появляться, да, вот если от этого отталкиваться. Допустим. Получается, вот накануне этого какое было событие? Я пошла в стоматологию, мне сказали сделать там КТ. Я сделала, они нашли там какую-то опухоль и отправили меня в онкологию. Вот. И я вот этот период ходила по врачам, пыталась понять, что это за опухоль, и мне так было страшно очень сильно. И такие вот эмоции были. То есть это вот афурункул, вот этот болезненный, он появился После, после когда мне уже информации этой. поставили Мне уже нормальный диагноз поставили, что это не онкология, конкретно уже отпустила, видимо. И после, где-то вот в этот период, по-моему, уже вот пошли вот эти фурункулы. Мне Хорошо, и так. сказали, что да, просто, ну, диагноз поставили, что это доброкачественная опухоль, что нужно ее оперировать. И я тогда уже озаботилась, что мне просто нужны куча денег, чтобы сделать операцию, как бы. И все. Хорошо, а вот Вот. тогда, если брать параллельно родителей, в какое время у них это все стало появляться? У них. Ну вот как-то мне, по-моему, я вот сейчас не могу досконально сказать, но вот параллельно такое ощущение было, что вот у всех одновременно началось. Хорошо, Потому и что тогда я остается, спросить. Вот смотрите, давайте представим, что, ну, пока останемся на этой версии. Это то, что реально затронуло, ну, понимаете, да, реально затронуло и вас, и мужа, и весь клан, всю семью, история. То есть, но почему-то, что самое интересное,
Вот много людей узнают, в общем-то, про разные штуки свои и куда только не стреляет. Но у вас почему-то весь клан, назовем это так, проживает в каком-то таком аспекте. Представим, что это общая тема, которая жила, соответственно, с вашими родителями, а это естественно так. Почему вот так? Вот, и так, вот почему именно тогда фурункулами вы пошли? Почему там, ну, структура вот эта начала страдать? А у меня к вам вопрос. И тогда, когда вы обнаружили вот эту историю, когда она стала, достоянием, там, соответственно, мужа, вас и родителей, да. Это для вашей семьи в какой тональности проживалось? Почему ваш мозг коллективно, вот ваше коллективное бессознательное, семейное, выбирает это рассматривать как проблему с какой-то там, я не знаю, ну, я буду повторять это слово периодически, структурой, то есть там, что нужно, вот где-то у нас там вот недостаточно что-то качественно хорошо, может быть, вот как-то так. В какой тональности проживали эту историю? Ну, мне было очень страшно, ну, за себя могу естественно. Сказать. Мои родичи обычно, ну, они тогда, я вот не помню, я с ними тогда это делилась или не делилась. Я, по-моему, я с ними поделилась только тогда, когда уже мне поставили нормальный диагноз, что это ничего опасного. Я тогда им только рассказала. То есть, когда я сама ходила по врачам, я им это особо не рассказывала свои переживания. А когда мне уже сказали, что это все ерунда, ничего такого там нету, не переживай, я тогда им рассказала. Вот. Хорошо, отлично. Ленар, знаете, что-то у меня сейчас мысль тут возникла. Давайте-ка еще подумаем. Вы рожаете ребенка, 30 лет вам, а во время беременности это все появляется. А ну-ка давайте-ка скажите быстренько про свою семью. Мне вот что. Муж принят семьей, вы приняты семьей мужа, там, вот как вот сходу? Да, если... да, принято. Все окей, да. Все хорошо? Что этот ребенок для вас, для клана, для семьи? Как эта тема проживалась? Вот сейчас про ребенка спрошу. Да. Ну, мы специально беременность не планировали, но мы как бы рады были. Мы как бы думали, что это может быть, как бы, когда мы узнали все, все были довольны, все было хорошо, вот, но то, что вот когда первый фурункул появился, я, знаете, с чем связываю, вот я сейчас писала, когда готовилась к эфиру, да. Вот незадолго до родов, за несколько месяцев до, муж потерял одну работу, которая была основным источником дохода. И я тогда очень сильно переживала, потому что я думала, что... Попереживайте прямо сейчас. Что это за переживание? Очень страшно. Сейчас... Чего боитесь? Остаться без денег. Да, что для вас остаться без денег? В вашей личной жизненной истории остаться без денег – это что? В вашей личной жизненной истории? Просто крах какой-то. Очень страшно. Откуда вы этот крах взяли? Откуда этот крах? Держите сейчас этот крах, это ощущение, пожалуйста. Сейчас его, пожалуйста, держите. Вы же даже руки, по-моему, сюда поднесли. Вот. Вот этот крах подержите, пожалуйста. Сейчас, вот прям ничего не надо, только просто держите это ощущение. И я спрашиваю, Ленар, тебя, пожалуйста, откуда ты узнал этот крах? Откуда твой мозг знает это как крах? Ты знаешь. Ну, где у меня ты? Как бы давно я думала об одном эпизоде из детства. Ты сейчас его уже вспомнила, просто мне говори, было... давай. Да, мне было, в общем, наверное, 5 лет, точно не могу сказать. Okay. Я оставалась в квартире одна со своей подружкой, которая на год старше. Ну, мне 5, ей 6. Мама уходила из дома, мы там вдвоем играли, и мы пошли на балкон, хотели посмотреть на улицу, выглянуть. И мы наступили на что-то,
И оно там оказалось, бидон с маслом был, бидон. Мы на него наступили, он перевернулся, и это масло 3 литра или 5 литров, сколько там было, разлилось. Мы, ну, как попало, убрали, как смогли. Кто по-детски. Наступил? Я наступила. Какой ногой? Я не знаю. Ну, в общем, когда мама домой пришла, она увидела, что это масло разлито, и она меня тогда побила скакалкой. Она сказала, что это так дорого, это, в общем, на целый год нам было масло рассчитано. Как тебе было? Да? Сейчас вернись туда, тебя бьют скакалкой. Как тебе? Что ты прожила? Тебе 5 лет. Ты сделала что-то, что для всей семьи, для всего клана дорого. Я, во-первых, ну, я тогда, у меня такая мысль была, что, оказывается, мы бедные. Я вот тогда поняла, что мы не можем, оказывается. Ты ребенок? Мы не можем новое масло другое купить. Не торопись, пожалуйста. Ты ребенок, тебе 5 лет, у тебя мировоззрения еще взрослого нету, ты узнаешь, что мы бедные. Вот такая логика в голове у ребенка. Ну, очень сильный гнев был на маму, тише, больше всего, наверное. Тише, вот не этого. Торопись. Гнев — это здорово. Не торопись, пожалуйста. Вот сейчас пришла мама, закрой глаза. Закрой глаза, переверни этот бидон. Со всем этим маслом. Переверни. Вот ты перевернула, но мама еще не пришла. Что с тобой? У меня спокойно, радостное состояние. Ну, ты бидон перевернула нормально, весело. Ну, это, ну, как бы я не думала, что это что-то важное. Как бы мы вытерли, и все, как бы. Отлично. А теперь мама приходит. Неожиданный. Немножко. Неожиданный поворот. Да, я абсолютно не ожидала такой реакции. Вот так вот. Очень важный момент. Неожиданность. Давай дальше. Ну. Чувство. И вот она берет и начинает вот делать то, что делала. Вот сейчас пусть она делает то, что делала. Бьет тебя там, кричит, орет. Не знаю, что она там делает. Но здесь самым ценным является то, что ты прожила. Во-первых, неожиданно. Страх есть? Давай. Ну, вот ты там. Или только злость? Ну, я помню, что я прям ругалась на нее. И я вот... Я помню даже. Да, да, давай. Да, то есть я абсолютная несправедливость и... Ну, ужасный гнев просто на маму, ужасный гнев. Да, в какой момент появилась мысль «мы бедные»? Ну, получается, она меня потом отправила в мою комнату. Сейчас убери взрослого сначала... человека вообще. 5 лет — это вообще другое сознание. Вот уменьшись. Вот уменьшись, стань 5-летней. Вот по-детски просто. Тебя мама только что отлупила скакалкой. Это произошло неожиданно. Ты счастливый, довольный ребенок. И оказывается, объяснением всему этому в твоей голове является что? Давай, вывод. Ты ребенок? Узнала. Мне очень жалко маму, что она так много работала. Вот, 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 вот. Вот сейчас вот ты делаешь правильно, соединяйся с этими чувствами, не убегай, пожалуйста. Вот, 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 вот. Так. Мне просто очень жалко, что ей приходилось так много работать, и вот. Я как бы... И нам нечего будет кушать теперь. Не торопись, оставайся в этом. Сейчас очень не торопись. Ты умничка, ты молодец, ты все правильно делаешь. Вот сейчас происходит соединение того, что было где-то там запрятано на автомате, живет в теле. Сейчас вот прям высвобождай, смотри, у тебя там слезы, у тебя там жалость. У тебя там очень много вины, судя по всему. Вот посмотри, чувствуешь вину, тебе 5. Убирай взрослую, тебе 5. Ты натворила страшное. Ты натворила страшное. А теперь, пожалуйста, посмотри. И тогда, если я это сделала, моя мама работает так много, а я
такое ей сделала вывод, который сделала ребенок, когда узнала, что мы, оказывается, вот такие, мы бедные. Какой вывод, девочка, делаешь? Ты там. Что это значит для тебя теперь, в этой, в новой реальности? Что? Как... Да. Что я должна буду как-то помогать маме, как-то помочь ей, освободить ее от такой работы сильно. Я буду помогать, должна буду помогать маме освободить ее от работы такой сильно. Ну почему? Я ребенка спрашиваю, почему? Мне стало жалко, что она очень много работает. Я подумала, что... Расскажи мне про это ощущение жалко. Расскажи мне сейчас про ощущение жалко. Расскажи мне про ощущение жалко. Это то, что осталось в твоем теле. Это то, что в твоем теле зафиксировалось. У твоего тела только... У твоего мозга только твое тело, чтобы реализовывать всякие биологические программы. Расскажи мне про это жалко. Расшифруй мне его. Жалко это ну, что? Вот какой-то, я не знаю, вот как гнев даже больше доминирует, не знаю, как-то. На кого? Вроде смесь гнева. На кого? На маму. Угу. И одновременно жалко? Да. Какой себя в этот момент ощущаешь? Я какая? Я какая? Ну, как будто бы вроде, что она из-за меня вынуждена так много работать, может. Какой я себя чувствую? Ты там, тебе 5. Ты узнала, что вы, оказывается, бедные, что мама, оказывается, так много и тяжело работает для тебя, ради тебя. Ну, как будто бы я неблагодарная, или я не знаю, или что я могу для нее сделать, чтобы как-то ей помочь. Вот такое чувство, что я хочу ей помочь, чтобы ей легче стало. Ладно, хорошо. Я слышу тебя. Какой ногой разлила бидон? Не знаю. Выйди на балкон. Наверное, сейчас. Да, выйди на балкон мысленно. Ну вот мне кажется, как будто я правой наступила, а вот левой, может, я оступилась. Вот как раз одна ровно стояла, вот вторая соскочила. Оступилась? Да, соскочила? Вот как будто я... Да, вот эта левая нога как будто бы на крышку попала и съехала. Помнишь, я вначале сам сказал, что такое структура для тела? Чтобы усилить структуру для того, чтобы более эффективно выполнять какую-то функцию. Да. Я сейчас с тобой фантазирую вместе, я не знаю, я просто тебе предлагаю. Ведь мозг, он же очень просто устроен. Тот, который вгружает болезнь. Вот если там, благодаря вот этой ошибке, ты вдруг столкнулась с такой драмой, с такой трагедией, неожиданно, драматично, сильно, больно, ты узнал реальность. И всему виной там твоя оплошность, там то, что ты оступилась, ну, почему бы мозгу на будущее не переживать таким образом, чтобы, например, не помогать тебе там в такие моменты, вот как ты говоришь, ты беременная, муж теряет работу. И тогда что ты проживаешь? Ты проживаешь вот этот опыт. Ты снова, как будто снова узнаешь, что мы, оказывается, бедные. И ты проживаешь вот этот драматический эпизод. Вот что твой мозг видит. И почему-то в этот момент он начинает вгружать вот эту историю. Расскажи мне, что за онкологию-то поставили? Это оказалось одонтома, то есть это зачаток зуба лишнего в десне, вокруг которого организм как бы защитную оболочку
создал. Потрясающе. То есть, ну, Какая опять верхняя, нижняя? соединительная ткань. Это вот Опять. слева. Сейчас, подождите, сейчас. Вот снизу слева получается. Хорошо, а давно она у тебя? Может быть, она с тобой всю жизнь? Может, она давно, просто я никогда КТ не делала же. И вот когда я КТ сделала, оно тогда выявилось. На рентгене это особо не было видно. Я тебя понял, хорошо. Скажи, пожалуйста, ну ведь потеря работы мужем тоже и кстати, обидит. Кстати, еще добавлю. Это вот было адонтома. Рядом, прям вот на дне из зуб, мне удалили давно, буквально как я школу закончила. То есть мне его доктор полечил, но там начался гной в десне, и его удалили. То есть, получается, на одном и том же месте, то есть, во-первых, был гной в зубе, в десне, его удаляют, а там в десне еще сидит вот эта адонтома, получается, опять наросль, да, соединительной ткани, получается. То есть, хорошо, опять вот этот гной и опять что-то похожее, да, получается. Ладно, допустим, но про зуб, наверное, немножко другая история, бог с ним. Скажи, пожалуйста, муж потерял работу, вот у него, когда пошли вот эти все истории в глазу, в ухе и в подмышках, это что был за этап? Там определилась ваша ситуация, не определилась, выровнялась, не выровнялась? Да. Ну вот, получается, мне диагноз поставили тогда. Извиняюсь. И получается, я поняла то, что мне нужно делать вот эту операцию, удалять вот эту адонтому, так как там зуб один отсутствует, нужно ставить имплант. Вот. Ну, то есть на тот момент это была для меня огромная сумма, вот это вот все, если сложить. И мне тяжело было это делать, потому что дети маленькие, то есть постоянно надо кого-то находить, с кем оставлять. Ну, и вот эти деньги огромные, да, тогда оказались. Ну вот, для мозга они в тот момент были огромными деньгами. Сейчас, давай так, я тебе говорю, нужны огромные деньги. Что с тобой? Нужны огромные деньги. С тобой что сейчас? Когда я это говорю? Мне так страшно становится. Вот. Расскажи мне про это страшно сейчас. Расскажи-ка мне про это страшно, не убегай из него. Ну, такое чувство вины и страх. Вина и страх. Опять вот эта штука, что ли, с маслом? Угу. Ты все туда возвращаешься? Ну, да. Для ребенка в 5 лет открылось, да, что, оказывается, я живу в семье, где все это вот, вот так вот. Угу. Хорошо. Вернись туда в 5 лет, быстро. Вернись. Вернись туда. Хорошо. Переверни нахрен это масло. Давай, не глазки закрой. Вернись. Ну, вернись, не бойся. Вернись. Переверни это нахрен это масло. Перевернула. Переверни. Да, перевернула. И вот ты говоришь, сначала ты отреагировала как ребенок. Да, мне было, ну, казалось, ерунда просто. Ничего вот страшного. Сейчас, да, вот сейчас отреагируй так. Отреагируй. Верни эту реакцию первую. Сейчас побудь. Расскажи мне, как ребенок реагирует. Что он знает? Ну, да вообще это не проблема, как бы. Просто плохо полы помыли, может, в этом проблема, как бы. Но не в ну, как бы. Проблемы как бы нет у ребенка. Радостная, мы просто играли с подружкой, все да, было здорово. Вот ты это специально сделал там, ребенок? Нет, конечно. Да. Ты ошибся?
Да, там было вообще этот бетон не видно даже, он как какими-то тряпками был накрыт, то есть невозможно было даже понять, что там что-то налито. Вот все, сейчас вот ты там, реакцию эту оставляй, подержи-ка ее, пожалуйста, подержи. Подержи, вот сейчас ты ребенок, ты имеешь право сохранить эту реакцию. Сейчас придет мама, и она начнет тебе рассказывать про какую-то жизнь. Но это ее жизнь. Вот это ее жизнь, это ее выбор, это ее способ отношений к происходящему в мире. Вот сейчас она придет, начнет тебе это рассказывать. И для того, чтобы ты наверняка это ощущение оставила в теле, она будет тебя бить скакалкой, будет на тебя орать, будет злиться. И это все только лишь для того, чтобы ты записала то, что она знает про мир. Но у тебя есть свой способ и ее способ. Заботиться о тебе все равно ее ответственность. Вот сейчас я тебе это говорю, сейчас придет мама, она будет прям орать, бить скакалкой, и вот она хочет, чтобы ты на всю жизнь записала в себя вот этот способ ощущения. И вот сейчас я тебе просто там подхожу и спрашиваю, ну что, будешь записывать? Да нет, как-то. Вот сейчас сравни мамин и твой детский. Вот сейчас. Вот твой детский, он. Вот он какой-то и мамин какой-то сейчас поощущай. Вот пусть мама зайдет сейчас и сделает это скакалкой. Все, вот зашла, узнала и начала. И вот посмотри, какое у нее страшное лицо, как она бьет. И вот это все, это прям ритуал, чтобы ты записала это ощущение на всю жизнь. И чтобы твое тело всю жизнь знало, мы бедная семья. Вот ты хочешь этого? Нет. Отлично. И вот теперь ты там. Я просто подхожу и говорю, знаешь, мама все равно отвечает, все равно все сделает. И вот от масла вот точно не зависит, выживете или вы или не выживете. Вот прям вообще никак. Просто сейчас постой, послушай. Как тебе сейчас там? Ну, сейчас очень много жалости к маме чувствую, только очень ее жалко сильно. Да, вот именно это ей нужно от тебя сейчас. Вот именно для этого она все это и устроила. А сейчас ты смотришь на маму и узнаешь, что, оказывается, именно для этого она все это и сделала. Как тебе? Смотри, как она умело это вызвала. Она так живет, так себя ощущает в этом мире. Хочешь взять это в себя? Да, вот смотри, для кого-то это последнее масло, а для кого-то это повод исследовать новые горизонты. И вот мама выбирает вот такое отношение. Вот сейчас это ее чувство, ее жалость. Сейчас возьми и откажись, пожалуйста. Вот тут скажи, мам, вот это вот не хочу в себя брать. Лучше я тебя давай буду просто любить, буду мыть тебе пол, буду заботиться, но вот но только вот без жалости, вот без этой штуки. Мы можем все делать то же самое, мам, но жалость вот не обязательно. Вот прям отдай ей. Давай, рискни. Прям рискни. А, в смысле, я что именно должна отдать? Верни обратно ей эту жалость, которую ты в себя взяла. В свое тело. Понятно. То, что ты называешь жалостью. Отдай. То есть, как, не жалеть маму? Не сочувствовать? Ты можешь маму просто любить? Скажи, мам, можно я тебя буду просто любить вместо жалости? Жалость, она несчастность. Вот ты там жалость чувствуешь, что вы несчастны? Ну, семья. Ну, несчастный нет, но... Нет, а но чувствую, что это она какие? устает сильно. Угу. И тогда? Какие вы там с ней, если она устает сильно? У нее нет времени на меня. Какие вы? Напряженные. Ну, какие напряженные? Какое чувство? Ну, там, ну, несчастные, ну, там, какие-то там еще... Я просто предложил слово несчастный.
Посмотри. Ладно. Посмотри на маму там. Тебе 5. Я тебя не отпущу из этой ситуации. Да. Ты там. Мне 5. Тебе 5. И ты смотришь на нее. Снизу вверх. Сейчас она будет тебе передавать свои родовые установки. Вот так, как она умеет ощущать мир, она тебе сейчас передаст. Просто повод, вот масло. И вот, чтобы это осталось на всю жизнь в тебе. Хочешь брать? Хочешь видеть мир, как она? Тебя все устраивает в том, как она видит мир, как она относится к происходящему? Вот сейчас я тебя спрашиваю, взрослую женщину. Все устраивает? Ну, у меня вот сейчас такое чувство, что она не хотела, просто так получилось у нее, она так... Тем более, тем более. Ну ты что, готова с этим жить? С чувством вины? С чувством вины, с чувством бедной, с чувством несчастной, с чувством жалости. Не готова. С чем готова жить? Скажи, мама, можно оставлю детскую реакцию? Я поняла, что тебе нужна поддержка, но реакцию можно детскую? Ну вот у меня сейчас такое чувство, что я не могу перестать ее жалеть. То есть вот это сильное чувство, да, что ей я очень хочу ей надо как-то это. помочь, да? Да, ей очень это надо. Она прям со скакалкой тебе это и пыталась вызвать. Вызвала, все, смотри. У ребенка легко вызвать, что хочешь. Зачем ей нужна твоя жалость? Если ты будешь ее жалеть, она ей зачем? Ну, она не специально, я думаю, это я так уже домыслила сама для себя, так подумала, что, хрен наверное... из два, зачем ей твоя жалость? Зачем ей твоя жалость? Чтобы ты поняла, что... Зачем У ей? меня вот такое чувство, я не знаю, что я ей что-то отдать должна. Что ты должна отдать? Что я чего-то, может, должна добиться каких-то, не знаю, чего-то, и вот это принести ей. Угу. Искупить масло всю жизнь? Да. Угу. Давай, сейчас там ей возьми, попроси, мам. Просто давай я просто буду тебя любить и благодарить. Мам, я просто тебе благодарна. Я ребенок, я ошиблась. Сейчас просто скажи ей. Я ребенок, я ошиблась. Мам, просто я благодарна тебе, что ты делаешь. Ты можешь внутри благодарность вместо жалости поместить? У нас с тобой немножко времени. Давай. Ну давай, вот рискни, нахрен, сломай весь шаблон. Мам, я тебе благодарна. Мам, я тебе благодарна. Мам, можно я не буду брать внутрь? Мы несчастные, мы бедные, мы достойны жалости. Можно я не буду брать такой шаблон, что мы несчастные, бедные и... вызываем жалость. Ну как она тебе там отвечает? Ну, как будто бы у нее растерянность. Не... Ну, конечно, не дочка понять, такое говорит. Вдруг дочка вдруг поняла, что происходит. Давай, 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 стоп, 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 не торопись. И скажи ему, мам, я тут решила, что я тебе всю жизнь должна за масло. Можно? Я пол помою, все. Мам, я тут решила, что я тебе... Внутри такое чувство, что нет, я все-таки должна за масло. Да, скажи маме. Сколько рублей? 500, 1000, 1500. Сколько рублей за масло ты должна? Мне кажется,
такое чувство, что это не в деньгах выражается. А в судьбе. Я жизнь должна подарить. Да. Лицо мамы такое несчастное, что ребенок говорит: мам, я отдам тебе жизнь. Хватит. Хватит. Хватит это брать внутрь. У меня вот такое внутри чувство, что я кем-то должна стать. Вот кем-то должна стать. Важным кем? Таким, чтобы она была довольна. Угу. Что-то я такое должна сделать, прорыв какой-то, чего-то добиться, чтобы ей спокойно было. И вот когда у вас кончились деньги, там, ну, не деньги кончились, когда муж потерял работу, ты, в общем-то, опять попала в эту ситуацию, и мамины ожидания оправдала. Хорошо. Сейчас вернемся буквально. Все, вот здесь тебе нужно будет... Поняла, что нужно будет сделать в этой точке? Да. В этой точке ты напутала. В этой точке твое тело взяло какую-то хрень внутрь. Что такое чувство жалости? Я, ну вот, я несчастная, я не соответствую, я какая-то там, я там не такая. Ну, там, недостаточно. Недостаточно. Это тоже в том числе может быть и про структуру, потому что, ну, тело пытается восстановить, поменять, усилить структуру там, где поступает сигнал недостаточно, конфликты самообесценивания в том числе. Левая нога оступилась, у мозга все просто, вот ты можешь не этого не знать, там, даже не помнить, а он-то помнит, как он поменял траекторию вообще жизни. Он думает: ну нафиг теперь! Мы теперь вот эту штуку сделаем точно наверняка такой сильной, мощной, устойчивой. Про мужа все-таки интересно. Когда у него пошли, с чем это могло быть связано? Вот если посмотреть вот эту линию, которую мы с тобой сейчас затронули. Твоя фантазия сейчас. Глаз, ухо, вижу, слышу. Когда он нашел работу? Нос. Нос. Ну, нюх, глаз, вижу, слышу, органы чувств, все. Ему очень было важно найти, унюхать, учувствовать там, видимо. Ну, тогда у него была вот вторая работа, которая была меньший доход приносила. Вот он на этой работе продолжал работать. Вот, но, видимо, может, я озвучила какие-то цифры, сколько нам нужно будет денег, чтобы вот мне помочь вот сделать вот эти дела мои с зубами. Слушай, а можно тебя попрошу сейчас? Если когда твой муж смотрел на тебя, когда ты озвучивала эти цифры, ты была такая же, как мама с этим маслом? Наверное, была. Вот ты несешь 100%. Эту жалость через всю жизнь. Да. Вот теперь то и он у меня... теперь... В его сторону есть гнев, да, что ты мне как будто должен, что вот я на него злюсь, что ты мне не приносишь что-то, вот что мне нужно, да, недостаточно у меня там чего-то. То есть... А это уже ваши внутренние отношения, я сейчас просто предположил, смотри. Я сейчас скажу, и мы завершаем. Смотри, если ты в 5 лет, например, взяла эту штуку в свою жизнь, и сделала на основе этой штуки свой жизненный сценарий и мотив для своей жизни, то, соответственно, мужчина, который рядом с тобой, он должен обслуживать программу «Мы бедные, мы несчастные». Да. Он должен обслуживать эту историю, и, соответственно, он должен быть подобран так, чтобы он не сказал на то, что ты говоришь: «Слушай, да это чепуха какая-то». Нет, он должен быть таким, который включается в эту игру и подыгрывает тебе. И весь клан сразу: такая сумма. Вот эта сумма и стала проверкой. Вот эта сумма и есть тот жбан с маслом для вас, для вашей семьи, для тебя, который запустил опять водоворот. Выйдите из этой ситуации по-новому, сказала история. Ну-ка, повторите мне новый выход. А вы, похоже, пока что умеете играть в то. Ну, то есть, я тебе задача, во-первых, там, в той ситуации, проработать, нахрен все расставить по своим местам, чтобы больше не осталось никаких, поржать вместе с мамой над происходящим, сказать: мам, да это масло, это не судьба наша здесь поменялась. Это не небеса разверзлись, там, смотри, боженька смотрит и слезы льет, масло разлилось. Нет, мам, нет, масло просто. Я вот знаете, что не поняла одно. Да. Вот
Почему жалость к другому человеку, это твой какой-то комплекс? Почему? Вот сейчас для всех, друзья, все смотрите очень внимательно. Линара задает вопрос. Жалость к другому человеку – это какая-то ее проблема. Внимание, Линара, испытай жалость. Испытай жалость к какому-то человеку, к маме. Испытай жалость сейчас, быстро. Испытай жалость к маме. Испытала? Да. Чей обмен веществ сейчас изменился? Мой. Ну, твой мозг, твое тело будет менять. Вы стали несчастными вновь, когда у мужа там что-то с работы произошло. Вы стали опять, вот, ну ты опять туда вернулась. Твой мозг твою биохимию меняет. Всем внимание, у нас только наше тело. Мы можем жалеть по телевизору кого-то. А у мозга-то, блин, тело-то только наше есть. Не забывайте. Вот. Поэтому, Ленар, в прошлое возвратишься, ситуацию переформатируешь. Это твоя личная задача. Это первое. Второе. Тебе такой экзистенциальный вопрос. Смотришь, как... Посмотри на то сейчас, как ваша семья пережила эту историю с большими суммами. Вот. И как тема несчастности, мы бедные, продолжает жить, может быть, в вашем роду, в вашей семье сейчас. Вот. И лучше бы как бы с этим поработать и подумай над тем, как ваш союз с мужем может обслуживать вот эту программу. У него в его бэкграунде тоже есть подобные истории, чтобы найти тебя для обслуживания вашей вот этой истории. Вот, это пока что... Это первая рабочая гипотеза, которую бы я стал рассматривать, а там что еще есть, там надо дальше смотреть. Но пока что вот так вот. Вот еще про жалость можно? Уточню, вот у меня до конца никак не укладывается. Да. Вот ребенок видит, что его мама натрывается на трех работах, да, например? Да. Ну, хорошо. Допустим, жалость – это плохо. Чем заменить? Вот я вот чувствую, что я как-то солидарна ей, да? Благодарностью? Да, благодарностью. Большая разница в жалости и благодарности. Смотри, когда ты ребенок, ты не знаешь, надрывается мама или нет. Ты знаешь это только потому, что мама приносит домой на своем лице. Ну так вот, это и есть выбор мамы. Она принесла в твое тело, в твой обмен веществ много жалости. Вот и все. Если бы твоя мама была бы Фаиной Раневской, она бы приходила, курила и говорила: детка, ну нахрен, деточка, в этой жизни рождаться, давай попробуем вернуться назад. Ты первая, я вторая. Ну, я не знаю, она бы тебе передала бы не жалость. Понимаешь? Ты смотришь, как на чистую монету, я тебе говорю, тебя чувством научили. Чувство. Ну вот мне интересно, что мама никогда же не жаловалась, то есть она никогда мне не рассказывала, что ей тяжело. Откуда я это? То есть я это просто вот сама поняла. В 5 лет для так? тебя произошел классический травматический опыт, а все остальное это как жемчужина на песчинке. Это пока что моя фантазия. Ну ты, ребенок, изменила свое мировоззрение вдруг. Твой мозг запомнил эту точку. Здесь произошла смена траектории моей жизни. Он точно эту точку запомнил. Вот, Линар, я предлагаю на этом останавливаться. Я, как всегда, нахрен опять сейчас потратил. Должен был 30 минут. Ладно, все, вот, пожалуйста, разбирайте эти вещи. Почему именно фурункулами все-таки? Я полагаю, что есть еще какая-то история до, почему фурункулами, но эта история, возможно, объединяет оба ваших рода как-то, но это глубже уже. Вот начните с этого, пожалуйста. Это ситуация, которая объединила вас всех в тот момент, когда у вас у всей семьи пошло. Видимо, тональность проживания больших денег, она одинаковая у обоих родов. Может быть, да, потому что... А это вопрос для исследования твоего. Ясно. Хорошо, спасибо вам большое. Да, Линар, пожалуйста, чем смог. Я очень счастлива, что с вами пообщалась. Спасибо вам большое. Спасибо. Все, отключайся.
Так, короче, друзья, меня сейчас, я тогда сейчас выключаюсь и включусь заново сразу же для того, чтобы провести второй эфир Янка Валерьянка с вами. Так, я выключаюсь и вхожу заново. Капитан, капитан. Да, здравствуйте, друзья. Снова всем. Здравствуйте, Янка Валерьянка. Выходите из тени. Мы с вами. Мы с вами. Так, поработаем. Янка, Валерьянка. Янка, Валерьянка, я вас не вижу. А, здравствуйте, я здесь. Сейчас я вас добавлю. Ожидание. Ребята, вытащите микрофон, пожалуйста. Ага. Алло, алло. Да, так лучше? Ну, да, потому что вообще звука не было, то есть там был тотальный шум. Вот. Что-то, может быть, наушники не подоткнули до конца, не знаю. Еще раз попробовать? Да, попробуйте. Если я сделаю лицо вот такое, значит, все плохо. Давайте. Попробуйте подоткнуть до конца, может быть. Все, давайте, значит, так. Вроде ничего не жужжит, не фонит. Так, Янка, Валериан, как вас зовут? Яна. Яна, соответственно. Окей. Mm-hmm. А то это интернет-пространство, оно же такое. Чего только не может быть тут. Так, Яна, вам сколько полных? 25. Ян, вы написали, что у вас есть запрос про... Сейчас скажу, получается, беременность на фоне сахарного диабета первого типа, диагноз с 3 лет. Это ваш диагноз? Ну да, мой. Сахарный диабет первого типа с 3 лет у вас. То есть вам угу. Сейчас 25, и у вас угу. с 3 лет сахарный диабет. Хорошо. Дальше читаем. Значит, забеременели вы с сахарным диабетом? Кстати, он как? Вы там... В каком... У вас там, скажем так... Сейчас. Ладно, по порядку. Когда забеременели? Вот вам сейчас 25. Беременность когда наступила? Ну, сейчас 20 недель. А, вы сейчас? Да, ну, у меня вторая беременность. У меня есть ребенок, сын. Ага. И сейчас вот вторая беременность. А как протекает эта беременность? Эта беременность как протекает? По сравнению с первой? Ну, в принципе, хорошо, но вот сахара я не могу понять. Они скачут постоянно. Очень жестко контролирую. Да, то есть могу там каждый час замерять в некоторые периоды. Но очень тяжело с этим. Uh-huh. То есть то низкие, то высокие. Как у меня всю жизнь такое бывало. Ну, вот, я так сильно-то их не контролировала. Сейчас тоже. Uh-huh. Так, и явно здесь психосоматический компонент, так как после общения с одним человеком сахара слетают с катушек на некоторое время.
Кто этот человек? Это мама. Естественно. Что в 3 года произошло? В 3 года там, в общем, мама с отцом, они разошлись. Опа-на. И в детский сад меня отправили еще. И вот в детском саду был выявлен, было выявлено, что диабет. То есть я туда месяц всего походила. Инсулин чего? Инсулин, да. Ага, отлично. Ну, сразу на инсулин перевели. Сразу на инсулин, да, полностью. Угу. Ладно, окей. Вам 3 года, значит, тем более тогда это не ваша история, это история мамина. Ну, либо у вас там что-то могло быть, вам 3 года. Ну, мне кажется, что это не программирующий конфликт. Никогда не узнавали, что было во время беременности у мамы? Во время беременности, ну, наверное, единственный период, когда она говорила, что отец очень внимателен был к ней, а в остальное время она про него негативно очень называлась. Негативно это как? Что самое негативное, в смысле, какая главная претензия? Вот если обобщить, без подробностей. Что он плохой человек. Что это для нее значит, плохой человек? Какую? Я почему сейчас спрашиваю про нее? Я пытаюсь понять, какую программу в вас вгрузить могли, если вы в 3 года стартуете с диабетом без явного конфликта такого, ну, не знаю. Вот, ну, развелись, ну, у всех разводятся, ну, не у всех, но много у кого. Ну, в детский сад отдали, ну, отдали в детский сад. Это не основание для диабета, что-то есть там еще. Есть ли что-то явное в это время, вот в 3 года у вас происходит такое? Как вы узнаете? Вы помните старт диабета? Я нет, я не помню. Угу. Только по рассказам мамы. Ну и по ее рассказам, там у них в отношениях с отцом вообще какая-то жесть была. Что за жесть? Ну, она так говорит, что я даже не хочу рассказывать, это настолько противно. Вот, о, поняла, потрясающе! Что... Настолько противно, да? Угу. Ну, что он изменял, она вот как-то унижалась, ездила к нему, ну, хотела, чтобы он вернулся, и вообще она так говорила, что вот он меня, наверное, там какую-то порчу на меня навел, что вот я так вела себя. Вынуждена была, соответственно, куда-то ездить, что-то там. Тра-ля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 . Да. Слушайте, это конфликт отвращения и сопротивления. Это женский вариант, в общем-то, диабета. А конфликт крайнего отвращения и сопротивления. Вот. Соответственно, долго так продолжалось? Ну, вот они развелись там в 3 года у вас. Вы стартанули после 3 лет? Ну, да, это было 3 года 9 месяцев, когда диагноз мне поставили. Ну, вот, видимо, это прекратилось чуть. Ну, в общем, перед болезнью моей, наверное, это как раз прекратилось. Вот она перестала ездить. Ну, и окончательно, наверное, ну, поняла, что все, как бы все закончено. И с этого момента вас посадили, соответственно, на инсулин. Угу. И вы до сих пор на инсулине. Ну да. Соответственно, да? Ага. Вот смотрите, как интерес получается. Вот ваша мама для вашего тела и для вашего автоматического мозга является... вот давайте я сейчас вам расскажу, как я это вижу. Просто я теоретически пофантазирую. У вас запрос. У меня там высокие сахара, там я беременна, там траля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот, собственно, с этим живу всю жизнь. Вы мне сейчас рассказали, я сейчас вам предложу теорию, а вы послушайте, отзовется, не отзовется.
Не знаю, пока что чисто теоретически. Живет такая мама с папой, и папа начинает вытворять какие-то такие штуки, чтобы мама попала, ну, в крайнее отвращение и сопротивление. Но что-то мне подсказывает, мама специально выбрала этого папу для того, чтобы сыграть в этот конфликт, потому что, ну, ей надо было эту историю прожить, ну, потому что у нее в семье есть некий бэкграунд, который, в общем-то, похож скажем так, по ощущениям на это. Хорошо, нашла она, прожила, здорово, тра-ля-ля-ля-ля. И пока она в этом конфликте находилась, настолько тяжелым, что она, вот, ну смотрите, она говорит, по вашим словам, у меня жуткое отвращение, ситуация, ну, вы описали то, что вы описываете, и это, конечно, правда трэш. И она еще вынуждена была туда ехать, да, переступая через себя, через все свои ценности, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ощущение женщины. Это, ну, достаточно жесткий конфликт отвращений. Она попала в него, и это отвратительно, неприятно. А в это время вы у нее. Ваше тело, что ему остается делать? Он просто берет эту штуку и повторяет. Но тело ребенка просто берет, вегетативная нервная система ребенка просто берет и повторяет настройки вегетативной системы мамы. И конфликт отвращения в природе, в общем-то, создан для того, чтобы это выживательная стратегия. Он нужен для выживания. Я не имею права, в общем-то, проявлять активность там, где мне угрожает жизнь. Я должна держать там, грубо говоря, сахар наготове, но, в общем-то, не имею права его использовать. Ну, потому что то, что происходит, сигнал отвращения говорит о том, что происходит какое-то такое явное нарушение границ, там какая-то чужая генетическая информация, там тра-ля-ля-ля-ля, по-всякому. В общем, это очень важная выживательная штука. И ребенок повторяет. То есть вы еще до речевой период, ваше тело получило настройки. Просто получила настройки. Ну, то есть мама настроена там на волну 107,7 FM, и вы получили настройки 107,7 FM. Хорошо. Мама проживает этот конфликт, разводится, наконец-то его решает. И у вас начинается, соответственно, откат. Ну, то есть вот фаза восстановления, которая, в общем-то, сопровождается, наверное, всей этой историей, это пока что моя фантазия. Ну, естественно, что делают врачи в этой ситуации? Естественно, они всегда... Ну, тем более ребенок, что шутить-то, да? И что смотреть-то? Ну, понятно, симптоматика стандартная. И делают инсулин. Ну, и все. И, в общем-то, садят вас на инсулин. Ну, и, соответственно, мозг говорит, ну, слушай, а вот он инсулин, а что нам свой, нахрена? Ну, в общем-то, вот он, его постоянно дают. Давай, давай уменьшаем. Ну, как бы это закон организма. То, что не используется, отключается. Все. А в результате сейчас ваша мама, тот самый человек, который, как вы говорите, запускает всю эту историю, она просто для вашего мозга носитель тех настроек. Она просто что-то умеет делать, что вы возвращаетесь в те настройки. Что такого она умеет делать? Что такого она делает, что вы, переступая через себя, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля? Наверное, вызывает чувство вины. Чувство вины. Да. Классно. Расскажи мне про эту вину, Ян. Девушка, ну, вон в прошлом видео, девушка там должна всю жизнь за масло, а ты за что? Я должна соответствовать каким-то ожиданиям ее, там, родственников, близких. Угу. Сейчас закрой глазки. Закрой глазки. И вот видишь маму 22-23 года назад, и вот она собирается и едет туда к своему мужику в какой-то трэш. Прям представляю, она собирается, едет туда, вот там просто трэш, она собирается и говорит, а ты будешь соответствовать ожиданиям всех, а мне можно. Хлопает дверь и уезжает. Как тебе сейчас там?
Просто послушай, пожалуйста. Вот ей можно не соответствовать, а ты должна. Тебе как? Я не очень поняла, то есть я ее представила сначала, то есть ее эмоции, как, что ей было очень там противно, отвратительно находиться. А себя я не успела представить, как-то, не знаю, меня-то как будто бы еще не было тогда такое впечатление. Ладно, хорошо. За что? Каким ожиданиям ее ты должна соответствовать? Яна, для тебя для чего родили? Ты никогда не спрашивал у своей мамы, какую цель она в тебя вложила? Вот вы когда говорили про отвращение, да, у меня просто мысли возникали, что вообще по маминым рассказам это еще... Когда уже она начала с отцом встречаться, когда познакомилась, уже это отвращение было. То есть она об этой истории рассказывает, что вот ей уже было противно. Она говорит, вот он был такой неприятный, маленький, ну так вот описывает его, что а как будто бы она от безысходности просто начала с ним встречаться. И тоже откуда эта история могла пойти. То есть тоже есть история, что бабушка, она... Ну... Да-да-да-да-да-да. Ну, я... Нет, я вздыхаю, это очень грустно в действительности. Это ни хрена не смешно, это очень грустно. И в то же время очень забавно. Ну, потому что природа нейтральна. В природе нет плохого-хорошего. Природа говорит, если ты, Яна, была задумана, зачата и выросла благодаря тому, что отвращение соединило двух людей... Отвращение соединило двух людей, в результате чего появилась ты на фоне этого. Ты и есть. А твой мозг знает, конфликт отвращения – это мое все, это я и есть. Вот сейчас не торопись унывать. Подожди, ты еще понаунываешься, что ты? Подожди. Он же верит, твой мозг верит, что благодаря этому ты выживаешь. Он же верит, что для тебя это лучшее. Ты же имеешь право передумать. Мама хотела, а ты можешь передумать. И тогда, что там ей должна, какие ожидания оправдать? Если ты оправдаешь все ее ожидания, что это будет для мамы? Да, никогда я не оправдаю ее все ожидания, всегда какие-то претензии будут. Классно, потому что твоей маме важны претензии. Сначала к папе, потом к тебе. Твоя мама – это аппарат по производству претензий. И тогда ты подходишь к аппарату и говоришь, ну когда же они закончатся? Аппарат на тебя смотрит и говорит, стоп, подожди, только я умею только претензии. Вот сейчас твоя мама умеет только претензии. Яна, а ты от нее чего ждешь? Поддержки, одобрения. Так, стоять, ты стоишь так, внимание, ты перед аппаратом по производству претензий. Ты точно ничего не напутала? Посмотри, пожалуйста, на путеводитель. Перед тобой аппарат по производству претензий. А ты говоришь, я за вниманием, поддержкой, за любовью. Кто тут дурак? Ну, в хорошем смысле, конечно же. Ян, открой секрет. Сколько ждать будешь при поддержке и любви от нее, наконец-то? Всю жизнь. То есть
То есть ты из этих, которые вот стоят возле аппарата по производству претензий и говорят, когда-то это должно кончиться, и он начнет выдавать любовь и поддержку. Просто я не на ту кнопку давлю. Да. Комбинация кнопок, мне надо сейчас ее узнать, найти. Янка, валерьянка. Вот давай мы сейчас твою маму полюбим вот такой. Она не умеет другого. Ей нужны люди, которые будут вызывать у нее недовольство. Думаешь, от хорошей жизни мама такая? Нет. Нет. Хорошо. Яна, ради себя и детей, кто взрослеть будет? Первый. Давай, вот ты и мама. Давай. Кто первый должен повзрослеть? Да кто захочет? Ну, конечно, выгоднее ждать, когда мама сначала повзрослеет и начнет и превратится в другой аппарат, да? Ну, я уже не жду этого. Не верю. Вот люди не верят. Не верю. Тебе тут, я не знаю, видишь ты комменты или нет, тут все кричат тебе: «Яна, мы с тобой! Яна!» Там я до сих пор тоже жду. Яна, держись. Ты не видишь комменты, нет? Некоторые, да, вижу. Некоторые нет. Спасибо. Да. Сейчас можешь сказать им всем: ребят, спасибо не надо, у меня и так все классно. Можешь сказать им сейчас это? Ну, ты же только что крикнул, сказала такую громкую фразу, а я уже перестала ждать от нее. Давай. Давай сейчас скажи. Ребят, нет, спасибо, не надо, у меня классно все. Спасибо, не надо, у меня классно все. Веришь себе сейчас? Ну, в принципе, верю, но не до конца. Вот это не до конца. Я вообще тебе не верю. Вот это не до конца твое, это что? Проблемы с сахарами, наверное. Да, и чего? Проблемы с сахарами, давай. Вот у тебя есть проблемы с сахарами, и тогда что? Боюсь за ребенка, что навредить это ему может. Чего ты там придумала? Ну, как это? Все врачи говорят, что должны быть идеальные сахара, беременность, что ребенок будет страдать, если... плохие будут сахара. Меня в первую беременность очень сильно этим пугали, но сейчас я так уже не переживаю. А в первую это прям было... Так, подожди. Мне говорили, что ребенок умереть может. Подожди, Ян, вот ты сейчас, когда это говоришь, а ты уже в той реальности. Ты не заметила? Тихо, тихо. Сейчас аккуратно, пока никто не слышит, на носочках из этой реальности выходи, дверь закрой, чтобы не заметили. Тихо, тихо, тихо. Прикрой дверь. Ух, выйди в другую реальность. В другую реальность, где ты уже имеешь опыт. Где ты живешь. Где ты родила. Где все будет точно так же. Ну-ка, сейчас, тихо, там за дверью, если они услышат, что ты в эту реальность вышла, они же начнут кричать там, а это же вот вся хрень, которую ты только что, вот этим монотонным голосом, это же должны быть идеальные сахара, это вот эти вот люди, они там сейчас, у них там форум, они встретились, а ты вышла тихонечко, выйди в рекреацию, подожди, выйди, подыши. А, Ян, ты зачем ходишь на такие сборища, где люди обсуждают вот это? Сейчас нет, не хожу как раз. Я тебя только что оттуда достал сейчас. Я тебя только что оттуда достал. Ты часто туда ходишь в течение дня? Сколько часов в течение дня ты проводишь на этих семинарах? Захожу иногда. Часами. Мне кажется, ты спишь там. Нет. С докладами выступаешь?
Нет. Вот ты видишь, я немножко стебу, но с тобой по-другому нельзя. Тебе надо вот давать, вот, знаешь, подзатыльники и говорить, на эти семинары не ходи. У тебя и шикарный опыт, ты родила ребенка. Все, что называется сахарами, это способ адаптации. Когда мы занимаемся психосоматикой, люди, которые вникают в психосоматику, это все люди, которые вдруг однажды узнают, что все, что у тебя происходит с твоим организмом, это адаптация. То, как мама проживала невыносимый конфликт сопротивления, твое тело могло адекватно этой реальности отреагировать только как природа научила. Сделать вот эту историю с сахарами. Это результат конфликта сопротивления для того, чтобы не случилось более страшного, сахара должны остаться в крови и не поступить в мышцы. Это способ адаптации. И сейчас, когда ты с мамой встречаешься, и твой организм до сих пор сахара поднимает, знаешь зачем? Чтобы не сказать маме вдруг не того слова. То есть то, или что как? То, что я с ней часто спорю, как раз наоборот, пытаюсь ее границы отстоять. Получается, ее же ожидание. Так ну, вот, она ждет. Спорит тот, у кого границы отобраны. Ты споришь, потому что внутри они у тебя ей отобраны. Вот и все. И тогда я тебе говорю, твоя мама аппарат по производству претензий, или как там? Угу. Вот сейчас стой перед ней. А теперь, сколько тебе нужно времени для того, чтобы развлечься с отстаиванием границ? Давай. Вот аппарат перед тобой, он умеет претензии. Сколько тебе нужно времени? Ты часами возле него проводишь, ты часами проводишь возле аппарата, а потом идешь на семинары по вот этим идеальным сахарам. А там они лекторы, они прям такие, там должны быть идеальные сахара, вы это все знаете, это может навредить. Выходишь с семинара, чтобы отдохнуть, подходишь к аппарату с претензиями и начинается. Давай, начни спорить с аппаратом с претензиями. Это твое развлечение? Нет. Развлекаешься ты так, судя по всему. Развлекаешься ты так, судя по всему. Развлекаюсь. Мне физически плохо после этого и морально бывает, но не всегда. Слушай, классно. Так это же аппарат производства претензий, и ты так прям от души играешь. Ну вот эти, как которые на деньги играют там в этих в игровых клубах, они же там тоже, ты ни разу не видела, как они там волосы рвут на себя, они прям входят в эту игру, и ты тоже, да? Ну, раньше, да, так было. Вот я проходила вебинар границ, после этого у меня уже нет такой нужды. Раньше, да, действительно, я не могла, чтобы там к маме не поехать, она живет за несколько километров, вот, и мне прям нужно было ехать к ней. И я даже не понимала, для чего я это делаю. То есть какая-то потребность была. Сейчас уже легче. И как раз я не хочу, наоборот, ездить, потому что понимаю, что это мне вредит. Что мне плохо потом. Давай еще раз, крайний заходик, и мы будем заканчивать с тобой. Вот ты просто задашь потом вопросы, которые тебе нужны будут. И быстренько проговорим их. Твоя мама сейчас перед тобой, представь. Вот твоя мама аппарат по производству претензий. Или там недовольство. Ощути это. Вот аппарат, у которого только одна функция. Он ничего не имеет, не умеет. Он не может дать тепла, любви, заботы так, как ты это просишь. Ну, вот не, он не умеет, он просто умеет вот претензии. Давай. Ты стоишь перед этим аппаратом и
начинаю мысленно шептать: «Я надеюсь, что ты мне сейчас дашь любви». Тебе смешно? Нет, у меня как бы сопротивление, что как одни претензии, не может такого быть, то есть, да. Видишь, вот эту точку, ты не хочешь это отпустить. Не хочешь, ты ждешь. Ты хочешь все-таки добиться. Ну что, она сделает другое, этот аппарат выдаст другое. Видишь это? Ты продолжаешь ждать. Угу. Чего ждешь? Обида. Обида, да? Не пойму. Это больше безысходность. Безысходность. Чувство безысходности. А во время сегодняшней нашей встречи ты демонстрируешь очень много тональности, вот такой вот отчаяние, безысходность, какая-то такая безысходность, какая-то апатия, какая-то вот этот спектр, как ты его демонстрируешь, какое-то такое отчаяние, малоэнергичный спектр чувств ты демонстрируешь в нашей сегодняшней встрече. Вот. Как будто бы, правда, ты очень много времени проводишь на этих семинарах, на которых обещают тебе дать, обещают дать то, чего ты не хочешь. Вот, и как будто бы они там такие убедительные, ты как будто на этих семинарах как с мамой, понимаешь? То есть они говорят что-то, чего ты очень не хочешь. Но ты там вот находишься и варишься в этом. Так же и с мамой. Ты находишься рядом с ней, и ты хочешь от нее другого, но она не дает. И ты вся в апатии, и там, со всех сторон ты вот заблокирована, зажата. А когда ты обнаружишь, признаешь, что твоя мама может только... Запомни, она аппарат производства вот это. Все остальное делаешь с собой ты. Все остальное делаешь с собой ты. Хорошо, что касается теперь сахарного диабета. Если сахарный диабет есть адаптация, то, ну, без сахарного диабета точно лучше, но все, что организм умеет делать, это есть то, как он адаптируется к какой-то реальности. Соответственно, если сейчас с мамой не можешь по-другому, значит, исключи ее. Скажи: «Мам, я на некоторое время исключаю тебя, потому что там, ну, после тебя у меня сахара скачет, я там не могу. Вот. Буду играть в тебя после беременности. Потому что, ну, тоже лом, как я понимаю, много лет на этом аппарате играть». Вот, значит, далее. Если ты обратишься к хорошему врачу, который сможет с тобой после появления ребенка, естественно, после появления ребенка, попробовать потихонечку уйти от инсулина, потихонечку слезть с него, вот, у тебя это очень получится, если ты проработаешь вот эту историю с мамой, незакрытую. Вот, вот эту историю и... Ну, вот этот конфликт сопротивления, там, который был, там, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, в общем-то, не слушай никого, что, в общем-то, это необратимый процесс. Ну, если столько лет на инсулине сидеть, все это фигня. Всем ответственно заявляю, это весьма обратимый процесс. И более того, немецкие специалисты, когда исследовали субстрат, скажем так, альфа и бета-клетки поджелудочной железы у людей, которые там, ну, всю жизнь на инсулине просидели, так вот эти клеточки, они там ни в клеточках, ни в самой поджелудочной не нашли никаких патологических изменений. Это функция. Функция уходит, функция восстанавливается. Вот. Поэтому ты сможешь это вернуть. Сейчас, на том уровне, на котором ты находишься, ты, пожалуйста, рассмотри происходящее
как взаимодействие с аппаратом, у которого функция только одна. А все остальное, все вот это лицо, смотри, вот это вот такое. Вот это лицо, это твоя привычка ребенка, который так и недополучил. Ну, хватит. Ну, просто, ну, хватит. В 25 лет можно уже, наконец, сказать, да хватит так жить. Ждать от автомата того, чего он не дает. Просто хватит. Я имею право на свою жизнь, свою судьбу, в которой мое лицо будет радостным. В котором я хожу на те семинары, где мне говорят те вещи, которые хочу услышать. Ту судьбу, которую хочу видеть. Вот. Задай, пожалуйста, свои вопросы сейчас. Может быть, что-то непонятно. Может быть, еще что-то тебе важно. Задай и пару слов ты как. Ну, вот у меня все-таки, да, когда вы говорите, аппарат производства претензий, ну, на маму, да, у меня такое прям, вот эта безысходность появляется, что ну как так, ну не может быть такого, это же мама, моя мама все равно, она мне много там хорошего дала. Конечно, и, да, все верно, и это быть? Есть. У нее любви к тебе куча. У нее любви к тебе куча, это правда. Но только у вас игра называется, вот ваша игра, а вот такая. Будем играть в любовь вот с помощью аппарата. И в этой условии, в этой игре условия, правила. Яна делает вот такое лицо, а мама делает свое лицо. Вот ваши условия игры. Ну, что прикол? Мозг-то верит. Ты не можешь из этого глюка пока что выйти. Ты в нем. Ты в глюке. Тебе нужно из этого глюка выйти. Твое тело, твое лицо сейчас говорит, да, все, вот она, безысходность. Та самая, с которой мама одевалась, шла в это отвратительное место, где папа вытворял гадкие вещи. Тоже безысходность, ничего не могу. Не надо. Не надо нахрен. Не надо. Мама там получала свой кайф. Ей там было точно некоторые моменты, ей там было очень хорошо. Не сомневаюсь. Тебе с мамой бывает очень хорошо. Но ты не можешь вот выйти во взрослую позицию, не хочешь, в которой сказать, так, значит, мама дает мне любовь, заботу, внимание вот так, все остальное нахрен, вот это беру, это не беру, мама дура, аппарат производства этих, там, вот здесь она мне дает любовь, это я беру, а в остальном где-нибудь, откуда-нибудь еще. Вот это по-взрослому, но ты пока не хочешь туда. Сложно тебе пока что. Глюк тобой командует. А, еще вопросы, если есть, спрашивай, пожалуйста. Я очень поддерживаю тебя. Все с ребенком будет нормально. Да все там будет нормально. И, ну, просто следи за функцией. Сейчас во время беременности слушай врачей в том смысле, что просто следи за функцией. Ржи, как только включаешься в игру с мамой, ржи над тем, что она аппарат производства, и сразу останавливайся. Так, это аппарат, а я жалуюсь на то, что хочу от него любви. Нет. Все, стоп. А еще, ну, что я заметила, то есть бывают периоды, когда у меня начинает, наоборот, падать сахара, я их там долго не могу поднять, хотя много там могу углеводов съесть быстро, и вот это вот у меня в основном возникает в больнице. То есть вот, когда я лежу в больнице, бывает такое, вот это вот происходит. Такое, это получается отвращение там самой ситуации, то есть как, самой больницы. Когда падает сахара? Угу. То есть именно вот в больнице, когда мне действительно там неприятно, естественно, находиться. Да. Это вот есть женский вариант гипогликемический, женский вариант гипогликемия. Это заставляет делать то, что мне очень не нравится. Вот. Угу. Ну, это... Я это знаю, если это, вот как на это можно повлиять. А, смотри, твой мозг просто запомнил тот конфликт детский. Он произошел еще в довербальный период, когда у тебя речи-то не было. И сейчас это просто условный рефлекс. И вот когда все, что там в той точке
будет проработано, ну, в той точке и вообще переосмыслено то, что происходит сейчас в моей жизни, потому что в твоем случае уже это про всю жизнь, потому что ты с этим всю жизнь. Когда ты сможешь переосмыслить и, наконец-то, сменить вот это лицо, которое ты сейчас всем демонстрируешь, на лицо человека, который отвечает за свою жизнь теперь сам, тогда, тогда в твоей жизни начнутся изменения. Вот. Я не могу бороться, и так далее, и так далее, и так далее. И вот тогда, конечно, будет и гипогликемия. Ну, тебя качает, видимо. Ну, это все, видимо, вот этот анализ, конфликт, сопротивление. Вот, в общем-то, чем мог пока что за это короткое время, тем помог. Ну, это вот, смотрите, конфликт, сопротивление. Все люди пишут, как будто полное смирение у Яны. Яна демонстрирует, Яна внешне вот этим лицом и своим проявлением, и своими эмоциями как раз-таки и демонстрирует женский вариант конфликта, сопротивления, который подразумевает смирение, замирание и вот не двигаться. Все, я вот нахожусь в ситуации, где лучше ничего не предпринимать, там, да, опасно. Ну вот, это женский вариант. Конфликт сопротивления. Ну, его вообще как-то там подразумевается, что сопротивляться нельзя. Ну и, соответственно, вот спектр чувств таких будет. Ну, нормально. Все логично. А если мне наоборот кажется, что я постоянно сопротивляюсь как раз, то что? Мне кажется только. Да, ну вот это и есть глюк. Твой мозг верит, что тебе нужно постоянно защищать границу. Там ничего защищать не надо, а ты живешь в этом глюке, в этом ощущении. Ну, ты приходишь, берешь деньги, утром встаешь, берешь деньги, идешь к автомату и начинаешь вставлять в него. Он говорит, ты не оправдал ожиданий. Ты начинаешь, как не оправдал ожиданий? Посмотри! И все. Раз, кончилась минутка, ты новую монетку вставила, и вот ты развлекаешься. Но только в мыслях это делаешь, судя по всему. Вот. А, да уж. Давайте, друзья, завершаться. Ян, я, если был где-то груб, но тебя как-то надо вытащить оттуда, и, в общем-то, с тобой надо как-то, наверное, вот так вот шуткой да прибауткой, ну, потому что, ну, что вот, вот с этим лицом сидеть? Сейчас еще людей убедишь, что это все правда. Вон, тебе пишут, ты говоришь, говорят, ты на Мону Лизу похожа. Когда посмотришь эфир, ты увидишь, сколько комментариев, твою поддержку было, и, в общем-то, может быть, отсюда возьмешь некоторый ресурс. Надо тебе на терапию, надо с мамой эту ситуацию разрешать и выходить из глюка, в котором живешь. Ну, вот как так. Все, давайте завершаться. Ян, спасибо тебе, спасибо за то, что вышла, за то, что проговорила о своей теме, и давай успехов тебе, пожалуйста, будь спокойна, просто делай, что говорят врачи. Они знают, что делать в таких ситуациях, как обезопасить себя, знаешь ты, в плане эмоциональной обстановки. Перед автоматом теперь просто не играй. Ну, просто пусть тебе жалко будет монетки в нее вставлять. А ты начнешь замечать, как ты это делаешь в ближайшее время, просто перестань это делать. Вот, потому что это делать надо, ты уже это делаешь без мамы, ты это делаешь уже здесь, я в этом не сомневаюсь, играя в оправдание и там в какие-то вот эти вот чувства, которые ты сейчас демонстрируешь на своем лице, это ты уже там, все, в этих состояниях. Вот, и помни, что эта функция, она как ушла, так и вернется. Ты просто ты умеешь так жить, организму нужно адаптироваться. Когда ему придется адаптироваться к счастливой жизни, он функцию исправит, и все. Вот и все. Тем более, когда низкие сахара делаются, значит, он просто знает, как это делать. Он просто верит тебе. Mm-hmm. А ты веришь глюку. Все. Давайте. Отключайся тогда все, ты. Спасибо. Угу. Окей. Все, отключайся тогда ты, чтобы я завершил эфир корректно. Угу. Ну вот, друзья. Две такие непростые темы, потому что первая тема была какая-то такая, запрос был про какую-то прям родовую вспышку симптома, а второе про диабет. Диабет, к слову сказать, является такой достаточно сложной штукой.
для проработки, потому что общепризнано. Специалистами диабет является сложной для проработки штукой только лишь потому, что клиенты с диабетом, они имеют очень много вторичных выгод и имеют свойство такое параноидальное не доверять не то что миру, а ну и терапевту в том числе, и поэтому первое, что нужно сделать, конечно, поработать вот с этим доверием. Очень много диабета, историй с диабетом таких наследственных у вот этих наций, которые и, соответственно, вместе с паранойей у наций, которые вот у евреев, у армян, которые имели опыт геноцида и преследования в родах. Ну и, соответственно, там конфликт сопротивления, вот этот вот и паранойя, недоверие рождает диабет, потому что как паранойя рождает диабет? То есть никого, врага не надо, я буду думать о враге постоянно, а тело же, оно верит, оно просто берет и делает, адаптируется к мнимым врагам. Вот. В случае Яны тело сопротивляется, находится в конфликте отвращения с мнимой историей, которая, в общем-то, ей и даже не принадлежит. Это история ее мамы и ее жизненного опыта. Ладно, спасибо вам, что были. Вот. Всем доброго и до следующих диагностик, что ли. Хороших выходных вам. Всего доброго.